Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за то, что ставите лайки, только благодаря вам выходит эта серия. Да, поэтому, ребята, давайте наберем 15 тысяч лайков на вот этом видосе, и я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия снайпера, поэтому все зависит только от вас. Погнали, погнали. Ну что, Евгений, Ну я уже спрятался, я готов тебя просто уничтожить. Как всегда, да, все мне вот так горят, но пока не получается ни у кого. Ну хорошо, Не, ну Эдисон, как бы понимаешь, у меня есть секретное оружие. Секретное оружие, знаешь какое? Секретное оружие? Да. Какое? Игорь, бой! В атаку! И чё не папа, вот смотри, Опа. Садитесь, Стреляй. Вы просто смотрите, кто нам приехал. Я приехал к Эдисону, к Жеке я еще не приезжал, дорогие друзья. Ты дёба, не стреляй! Игорь на моей стороне сегодня будет, потому что Жека не записывает. Игорь, вы же знаете, я снайперов тащу же, да? Игорь, убей его, пожалуйста. Нет, Игорь на моей стороне, короче, Игорь. А нам... Игорь меня слышит? Игорь, ты его слышишь? Конечно, слышу, но плохо. Игорь, убей его! Так слышно, в другой комнате. Так, короче, у нас задача победить его, понимаешь? Победи, разорвать такую точку. Нет, Игорь, наша задача победить Эдисона, понимаешь? Я его уже увидел, понимаешь? Все, Жека, беги. Нужно отомстить! Игорь, отомсти! Да какие отомсти? За что? За что мстить? За то, что он выиграл все время. Мстить? Ты посмотри на него, он мстить собирается. Смотри, Игорь, знаешь такую тактику, вот смотри. Если, допустим, кто-то, да, берет, вот. И потом у него, короче, бау и все, понимаешь? Бау. Че там бау, я не понимаю. Я сам, на самом деле. Ты гемоди или я тебя бью, и ты не бьешь? В смысле? Где ты... Я тебя столько раз тыкал, а ты не бился почему-то. А где ты был вообще? Я за тебя стоял, я убью тебя, а ты почему-то не бился. Почему не коцалось тогда? Я не в геймоде. В геймоде был, да. А, ты тоже умер! Счет 1-1. Я потом упал уже. Ну ты упал, ну подожди. А, ну хорошо. Игорь, это считается специально или нет? Да раунд закончен, алло! Я уже спрыгнул специально. Не, засчитаем. Но если ты будешь проигрывать, тогда засчитаем. Тогда засчитаем. Хорошая тактика, Игорь, хорошая тактика. Все, давай прятаться. Шо, Евгений, второй раунд у нас, понимаешь? Второй раунд. Так, ну ты знаешь, у меня есть тактика, еще одна тактика. Опять тактика. Тактика пьяного мастера, короче. Ты понимаешь, мне тут мешают, у меня мячики всякие бросают. Игорь, правильно, все так и надо. Если я проиграю в этой серии, то это не моя вина, понимаете? Меня просто тут... Да, плохому танцору ноги мешают. Просто ну, понимаете, все. Какой, в смысле нуб, я не могу понять. Меня тут отвлекают. Да, Игорь, Игорь, да что ты стреляешь? Игорь! Нет, ты понимаешь, он как бы взял мышку и просто выстрелил. Собака! Игорь, так и надо. Собака просто, понимаешь? Игорь, так и надо. Убей его. Он плохой. Мне мешает. Я не могу сосредоточиться, понимаешь? Я не могу тащить. Эйсон на самом деле вообще очень плохой чувак. Вот, его нужно убить. Я это вырежу. Игорь, я хороший. Я хороший, понимаешь? То есть, это на самом деле все нормально. Ну ладно, ты хороший, но тебя все равно нужно убить. Вот так вот. В смысле меня нужно убить? Ну просто ты вот... А, меня нужно! Твою мать, Игорь! Игорь, ну ты, конечно, вообще, да, стреляет там что-то, да? Игорь! Я не могу понять, понимаешь, Игорь! Ну ты, Игорь! Меня отвлекают. Игорь, конечно, да. Игорь, конечно, молодец. Стреляет там что-то. Ой, опять стреляет. Ай, вот Игорь, конечно, падал. Давай. Ой, вот Игорь, конечно, да. Вот Игорь, конечно, такой. Ставьте лайки. Это уже не считается. Джон, так, у нас счет 1-1, понимаешь? 1-1 у нас счет. Ну, у меня есть секретное оружие, ты не забываешь. А, я как бы, да, я не забываю то, что тут нечестно все, нечестно, понимаешь? Так, Эдисон, или ты выиграешь, или тебя казнят. Твою мать! Что там происходит? Ну, понимаешь, я планировал нормально записать серию снайперов, а не вот такое.
Он, короче, стоит скотчем, понимаешь, изолентой, и хочет меня примотать к стулу. Игорь, давай! Игорь! А сейчас кастрировать хочешь? Игорь, где он? Скажи мне! Игорь, не надо, пожалуйста. Игорь, скажи мне, пожалуйста, где он, и всё, я тебя... Эдисон, короче, видит кран, он видит кран. Ага, понятно, твою мать! Что это было? Ты через блок его убил! Как так? Я ему в ноги вот так выстрелил. Капец! Ну ты, конечно... Омагат! Я не хочу проигрывать, Игорь, ты меня подводишь, я тебе так скажу. Понимаешь, Эдисон снимает видосик, должно быть экшен у Эдисона. Так вот экшен, убей его! Ходит с изолентой тут снова с ножницами. Дверь ему подожги. Не-не-не-не. Это, пожалуйста, не надо. Вот этого не нужно. Этого 100% не нужно. Мне кажется, дверь как раз таки самое нужно поджечь. Да почему? Дверь это самое важное. Дверь, ага, то есть, ну, прикольно ты придумал на самом деле. Дверь мне подожгать. Да, я-то вообще гений, понимаешь? Ты гений! Да. Гений. Точно. Хорошо подметил, Игорь. Хорошо я подметил. Евгений, понимаете? Это все, это меняет дело. Евгений. Евгений. А знаете, все Евгении? Гений. Нет, гений. Все Евгении, как говорится, хорошие. Но по чуть-чуть. Гении. Давай. Ты где, под? Да! Ты как? Ты откуда? Вы просто видите, а потом он все время выигрывает в каждой серии. Я теперь понимаю, откуда вот вообще? Вот такие кубы, понимаете, вот такие у него монитор огромный, как телевизор, вот такой. Ну ладно. Все понятно, Жека. Я проиграл! Да нет, Жека, я тебе поддавался. Я просто Игорь отвлекал, и я решил тебе поддаться, понимаешь? А, то есть я... Понимаете, я не отвлекал, я наоборот помогал, ставьте лайки. Сила духа Игоря, который приехал. В общем, да, ребята, ставьте лайки на видосик. Много лайков, много серий снайперов. А еще нужно, знаете, что подписываться на все наши три канала, потому что мы как бы крутые, самые крутые. Да, на все наши три, я же на все три. И тем более, в описании ссылочка на канал, на Инстаграм, на ВК, на все остальное. Да, так что проверьте. В Инстаграме там новая тема будет сейчас, так что проверьте. До свидания.